Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Олеся, и компания Arbat Homes приветствует вас в прекрасной солнечной Алании. Сегодня я хочу представить вам проект, который находится в самом центре Алании, район Клеопатра. Расстояние до моря 700 метров. И так как это центр города, вся городская инфраструктура находится под рукой. Это частная больница, рыбный базар по вторникам и автовокзал. А также рядом есть кафе, рестораны и маркеты. Итак, друзья, мы находимся на месте, где будет построен проект. В комплексе будет 6 этажей, один блок. Начало строительства запланировано на 30 августа 2022 года и окончание строительства запланировано на 2024 год. В комплексе представлены апартаменты 1+1 площадью от 62 квадратных метров и цена от 189 тысяч евро, а также апартаменты 2+1 площадью от 82 квадратных метров и цена от 279 тысяч евро. Кого заинтересовало наше предложение, обращайтесь по номеру телефона, указанному на ваших экранах. А теперь, друзья, хочу пригласить вас на пляж Клеопатра, где расскажу вам подробнее о инфраструктуре нашего комплекса. Друзья, мы приехали на знаменитый пляж Клеопатра. Здесь отличный большой пляж, на котором находится множество кафе и ресторанов, фуникулер, теннисный корт. И самое популярное туристическое место – это Кале. Обязательно посетите. Приезжайте к нам и увидите все сами. А теперь расскажу вам подробнее про инфраструктуру комплекса. В комплексе находится открытый бассейн, детский бассейн, водные горки, детская площадка, мини-клуб, зимний сад, барбекю, настольный теннис, кафе-бистро, сауна, джакузи, фитнес-центр и даже массажный кабинет, а также имеется подземная парковка. В подарок от застройщика кондиционеры в каждой комнате, электронагреватели воды. Как вы видите, комплекс с богатой инфраструктурой. Находится в самом центре Алании район Клеопатра. Представлены апартаменты 1+1, а также 2+1. Застройщик гарантирует высокий идеальный доход для всех инвесторов, а также доход от аренды. Друзья, кого заинтересовало данное предложение, обращайтесь по указанному номеру телефона на ваших экранах. А с вами была Олеся, компания Arbat Homes. И до встречи!